Для чего нужно писать письма прощения? Письма прощения – это краеугольный камень твоей счастливой и самостоятельной осознанной жизни. Почему? Потому что все твои обиды, все, что ты обижаешься на людей, влияет на твою энергию. То есть все твои обиды тянут твою энергию, и ты отдаешь как будто свою энергию другим людям, посторонним. Да? И очень важно всех простить. Не то чтобы это не из эго, типа «я тебя прощаю», а это из внутреннего твоего состояния. Человек должен научиться быть прощающим. Это одно из ключевых навыков, которые помогут тебе жить спокойно и свободно. Как это делается? Каждое письмо начинается со слов «я имя прощаю тебя за то, что ты…» И ты можешь не сдерживаться в своих выражениях, ты можешь прям грубыми словами материть этого человека. Каждое письмо заканчивается фразой «я прощаю, прощаю, возвращаю себе свою божественную силу». То есть ту часть энергии, которую ты отдавал на свои обиды, ты их возвращаешь себе. И твое энергетическое состояние будет намного выше. Что делать далее? Ты пишешь эти письма прощения в течение 40 дней. Но ты пишешь не одному человеку, а ты пишешь всем людям, на которых ты обижаешься. Ты составляешь сначала список. Это родители. Если ты приемный ребенок, ты тогда пишешь биологическим родителям. Приемным родителям – это уже 4 человека. Да? Ты пишешь родственникам. Это братья, сестры, бабушки, дедушки, тети, дяди. Это все родственники, которые влияли на тебя. Если у тебя уже взрослые дети, то ты пишешь и взрослым детям письма. Ты пишешь друзьям. Друзья, однокурсники, одноклассники – всем. Ты пишешь коллегам, ты пишешь людям, которых уже с нами нет, уже которые умерли, но обиды у тебя на них остались. Ты пишешь себе. Ты прощаешь себя за те поступки, которые ты совершал или не совершал, но за которые ты себя еще винишь. Вот и все. Проделай эту практику в течение 40 дней, и ты увидишь, как станет тебе легче. Что делать с этими письмами? Вечером ты пишешь, вот там 50 человек ты нашел, ты пишешь 50 писем. После этого ты их собираешь, ложишься спать и идешь, зажигаешь где-нибудь на улице. Если у тебя нет возможности их сжечь, если ты живешь не в частном доме, у тебя нет печки, просто их порви там в крошку и выбрось в мусорку. Вот и все. Твой ритуал на каждый вечер и на каждое утро – это ты вечером пишешь письма прощения, утром ты их рвешь и выкидываешь в мусорку. Все. Через 40 дней ты станешь практически святым человеком и абсолютно счастливым.